на Болткове. Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на связи посредством скайпа. Ну, сейчас такие времена, когда приходится удаленно беседовать с гостями. Михаил Паринов, юрист, ведущий партнер юридического бюро «Падва Паринов и партнеры». Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот такое у нас тяжелое время с пандемией. Мы входим, судя по всему, и в Новый год. Я так понимаю, что у вас тоже есть определенные, ну, мнения или вот позиция, с которой вы хотели познакомить наших радиослушателей по поводу вот существующих ограничений, и особенно с учетом тех ограничений, которые вводятся вот прямо с сегодняшнего дня. Да, спасибо. Я действительно юрист и совсем не медик, поэтому оставим медикам профессиональные вопросы. Я хотел бы обсудить организационные. Именно. Исходя из собственного жизненного опыта и, надеюсь, присущего мне здравого смысла. А правительство сейчас не ругает. В этом есть много правды, много оснований для такой позиции. Я, с своей стороны, хотел сказать, что, к сожалению, то, что мы видим на протяжении этого года в рамках этой беды, действия, которые предпринимает правительство, извините, они направлены на следствие, а не на причины. Они принимаются постфактум, а хотелось бы видеть упреждающие действия. Это, наверное, не так просто. Это я тоже понимаю. С другой стороны, и Латвия уже накопила собственный опыт, и позитивный, и негативный. И есть опыт других стран мира, которых, ну, собственно, всех коснулась эта беда. А в связи с этим мне думается, что те решения, которые принимаются, ну вот, например, последняя мера, которая была принята в четверг, и мы видели в торговых центрах и около них, мне думается, что ситуация действительно чрезвычайная, меры действительно принимаются чрезвычайные, и мне думается, что они должны и исполняться чрезвычайно. Если бы это решение было принято в четверг и озвучено в четверг вечером и вступило в силу с пятницы утра, то не было бы такого ажиотажа, да? С выносом магазинов. Да, да. Но этого не было. И, к сожалению, как раз на Новый год мы увидим промедление с реализацией этой меры. Это как бы одно соображение. Второе соображение. Мы находимся и в Латвии, и во всем мире в условиях ограниченности ресурсов и материальных, и человеческих. Мне думается, что можно использовать те ресурсы, которые имеются, более эффективно. Очевидно, что часть населения относится к введенным мерам, как бы это помягче сказать, скептически. Ну, полная ответственность. Да. Да, и, в общем, не очень адекватно. Единственное, что на людей действует эффективно, это наказание и неизбежность этих наказаний. Для чего, как мне думается, нужно, во-первых, ввести в рамках чрезвычайной ситуации комендантский час, если декларируется, что не надо собираться, кроме как членам одной семьи, которая живет под одной крышей, тусовки, ну, собственно, я вижу это по своим соседям, я живу в частном доме, естественно, я знаю, какие люди там живут вокруг, какие машины там стоят. Ну, даже за эти выходные я видел, что приезжали гости, и, очевидно, это будет и на Рождество, и особенно на Новый год. Поэтому введение комендантского часа, мне кажется, совершенно обоснованная и необходимая мера. Ну, условно, с 6 утра до 9 вечера, соответственно, магазины работают до 8. После 9 делают на улице людям
Ничего. Ситуация ничего. Если, опять же, следовать логике тех решений, да, тех решений, которые приняло правительство. Эту меру обязательно нужно контролировать. Понятно, что у полиции ресурсы тоже ограничены, и с полиции никто не снял тех обязанностей, которые они и так выполняют. Не вижу ни малейшей причины, почему нельзя к помощи полиции, к патрулям, которые необходимо вводить, привлечь на национальные вооруженные силы Латвии. Значит ли... патрулей на улице... Да, но у нас, я так понимаю, какие-то проблемы со связью. Все-таки периодически вы пропадаете или попытаетесь, может быть, поближе к компьютеру, к микрофону. Но вот все-таки хотел вас спросить, значит ли это, что вы не сторонник вот попыток правительства, которое мы сейчас наблюдаем, резать хвост по частям и считаете, что вот эти жесткие меры, включая комендантский час и локдаун, надо было вводить еще, не знаю, месяц тому назад? Да, действительно, не очень хорошая связь. Я сейчас попробую сменить локацию. Да, попытайтесь, потому что периодически вы пропадаете, да. В странах Европы ухудшение ситуации было очевидно еще в сентябре. И, наверное, было наивно полагать, что в Латвии ситуация будет развиваться по-иному. Поэтому совершенно очевидно, эти меры надо было принимать раньше. И, видимо, там, летом мы, к сожалению, провели не совсем правильно, а уж про осень говорить не о чем. Да, конечно, их надо было вводить раньше, более жестко и более последовательно. При этом, когда я говорю о патрулировании военнослужащими, это, помимо всего прочего, имеет огромное моральное влияние символическое. И если уж ввели армию, если ввели комендантский час, чего не было за 30 лет существования независимой Латвии, ну, мне кажется, до самого скептически настроенного человека, может быть, дойдет, что ну, ситуация действительно такая, какая она есть. При этом, учитывая ограниченность ресурсов, собственно, это очень важный момент, а мы, как налогоплательщики, ну, без обид для военнослужащих, мы их содержим. За счет наших налогов. И появление патрулей не потребует никаких дополнительных затрат. То есть вы думаете, что это Латвия потянет? Потому что, видите, с одной стороны, вроде бы страна небольшая, да, но вы понимаете, что и возможности, и ресурсы армии латвийской, они тоже весьма ограничены. Может быть, надо будет привлекать и ЗМСРЗ, то есть ополченцев? ЗМСРЗ, абсолютно верно, абсолютно верно. Используют все те ресурсы, которые есть. Тем более, что, опять же, они оплачены. Это не потребует дополнительного финансирования. Да. Вот вы упомянули, что вот живете в частном доме и намекнули, что в соседних домах какие-то тусовки продолжаются. На ваш взгляд, я понимаю, что вы не проводили социологические опросы или исследования, чисто вот по вашим человеческим наблюдениям, действительно ли это происходит, ну, не знаю, массовое такое вот, не знаю, тусовки? Или все-таки какие-то единичные случаи, а в основном люди сознательные? Как вам кажется все-таки? В силу локации моего дома и моего участка мне видно, что происходит в дворах двух из трех моих соседей. Вот в двух дворах были машины, которых там обычно нет. Я, ну, понятно, это не статистика, два из трех, но вот на бытовом уровне вот такая ситуация. Вот не кажется ли вам, если мы говорим вообще, не, конечно, не о медицине сейчас, а именно о последствиях тех или иных решений, что правительство, ну, может быть, растерялось, понятно, что ситуация тяжелая, но последовательности не хватает, потому что, с одной стороны, когда правительство пытается даже убедить скептиков, наверное, это правильно, что маски – это эффективное средство, ну, для того, чтобы сдержать передачу вируса, и мы знаем, что вот уже больше месяца в магазинах введены эти маски, теперь уже во всех
в помещениях маски обязательны, кроме своей собственной квартиры, с одной стороны. С другой стороны, когда ужесточает вот эти ограничения на торговлю, то сразу возникает вопрос: подождите, подождите, вы говорите, что маски эффективны, в магазине не обслуживают теперь без маски, я уже, в принципе, несколько недель не видел вот этих масочных диссидентов, которые входят в магазин без масок. И теперь вы говорите, вы знаете, а мы еще ограничим торговлю, потому что народ там тусуется. Но тогда возникает вопрос, что маски неэффективны, что заболеваемость происходит именно через магазины? Хороший вопрос. К сожалению, наиболее решительные меры в виде уже реально полного локдауна Латвия не может себе позволить с экономической точки зрения. Да. Мы не можем остановить экономику. Но, собственно, ни одна страна в мире этого не может себе позволить. Может быть, за исключением Китая. Все остальные нет. Да, мы думаем до сих пор все, что маски – это эффективное средство. Но статистика заболеваемости катастрофической, когда больницы уже начали сортировать пациентов, говорит о том, что надо сделать что-то еще. Если обязать работодателей использовать маски там, где это возможно, при производственном процессе, это тоже надо делать. Вопрос в том, как это контролировать. У меня в офисе, например, принято, что в одном, у нас достаточно большое помещение и не очень много сотрудников, в одном помещении может находиться не более одного человека, и даже если это отдельный кабинет, сотрудник находится в маске. Вот я думаю, что это эффективный путь, но как, опять же, проконтролировать? Вопрос-то не в самих мерах, а в их исполнении, к сожалению. Почему я и говорю вот о таком достаточно жестком сценарии? Может быть, это заставит людей думать. Вы, наверное, правы по поводу жесткого сценария, потому что, когда мы видим, смотрим на те принимаемые решения, иногда только чувство такое недоумение возникает. Например, люди уже зашли в магазин за продуктами. В большинстве магазинов есть сопутствующие товары, так называемые. Да? И начинается сортировка уже с прошлых выходных, что ты можешь купить колбасу, хлеб, туалетную бумагу, но не можешь купить носки, поскольку они почему-то в список не входят. Но если человек уже вошел все равно в магазин с корзинкой и хочет купить эти носки или женщины-колготки, ему говорят, нет, вот это выложите, это купить нельзя. Здесь что-то, мне кажется, непонятное. Это каким образом помогает бороться с вирусом? Очень странное решение, абсолютно согласен. И опять же, я не очень понимаю методику разработки этих мер. У меня есть стойкое ощущение, что ее нет. Ее не существует в природе. При этом, опять же, этой беде, как мне думается, можно помочь. Необходима аналитическая работа по оценке эффективности принимаемых мер. В первую очередь, в Латвии. Но, опять же, надо смотреть и на соседей. И поговорить с литовцами, а как так у них вообще катастрофа случилась. В результате чего? Я понимаю, что ресурсы ограничены. Но давайте вспомним о том, что в Латвии существует множество высших учебных заведений. Там учатся, не бесталанные ребята. У них есть не глупые руководители. Это, опять же, бесплатный ресурс. Вместо абстрактных курсовых и рефератов, почему бы не поручить им анализ? В торговых центрах есть статистика. Каждый торговый центр прекрасно знает, сколько там людей, в какое время. В сетях торговых тоже есть статистика. Какая-то есть статистика в транспортных компаниях. Есть, в конце концов, вышки, которые фиксируют локацию каждого владельца мобильного телефона, по сути, ежесекундно. Вот почему бы не взять ретроспективно, начиная с марта месяца этого года, и не провести вот такой анализ. Какие меры когда принимались, какой результат. Надо понимать, что вот в такой беде мы будем весь следующий год. Дай бог, чтобы к концу следующего года ситуация улучшилась. То есть нас ждет еще впереди очень трудное время. Надо будет принимать решения, надо будет принимать по возможности решения об ослаблении мер. Мы не можем остановить экономику. Но это должно базироваться на чем-то. Есть студенты старших курсов, экономических, статистических направлений. Вот почему бы нет? Не будет стоить ни одной копейки.
Вы упомянули комендантский час. Действительно, такая, может быть, не знаю, последняя мера. Вот, но ведь вообще комендантский час – это как бы, если так можно сказать, венец вот этих, этого локдауна. Если вводится комендантский час, то обычно вводится и ограничение в течение всего дня на передвижение. Вот на ваш взгляд, это возможно? Не парализует это ли это экономику? Потому что мы помним, что отдельные страны, ну, к примеру, там Россия, на начальном этапе вот этой пандемии еще весной пыталась вводить какие-то электронные пропуска. Кто-то мог проехать, кто-то не мог проехать. Вот на ваш взгляд, нужно ли это вводить? Если мы говорим А, то мы говорим и Б, ведь в конце концов вирус передается не только ночью, да, во время комендантского часа, он с таким же успехом передается и в выходные, и в праздники, и днем, утром. Согласен абсолютно. Смысл комендантского часа, ну, во многом это моральная составляющая. Во-вторых, мы хотим использовать ближайшие 3 недели, которые, по сути, полурабочие, максимально эффективно, ну, вернее, мы должны это сделать. Для чего нам нужно сделать невозможным частные встречи по праздничные дни, включая поездку традиционную на Новый год к родственникам из Риги в другие города? Нет. Я бы прекратил возможность поездок между городами на этот период. И смысл комендантского часа, опять же, да, вирус он не распространяется ночью больше, чем днем, но он распространяется, если встречаются люди, которые там в ежедневном режиме не общаются. Только в этом смысл. Не создается ли у вас ощущение, что вот те или иные ограничения не вводятся, ну, чаще всего из таких, не знаю, политических соображений, памятуя, что, к примеру, в следующем году, ну, муниципальные выборы во всех самоуправлениях, кроме Риги. Я почему спрашиваю? Мне один депутат парламента, естественно, он это в эфире никогда не скажет, по крайней мере, на данном этапе. Он мне сказал, вот, говорит, посмотри, говорит, какой абсурд. Мы говорим о том, что там вот нельзя частично торговать такими-то товарами, там, не знаю, носками, трусами и одноразовой посудой в магазинах, а при этом общественный транспорт мы никаким образом не ограничиваем. И все льготы, которые есть у людей, они тоже существуют, в том числе выходные и праздничные дни. Ну вот куда нужно ехать обязательно, там, не знаю, утром или вечером, выходные и праздничные дни на общественном транспорте бесконечно все время есть люди? Да, абсолютно согласен. Это тоже один из просчетов. Льгот в общественном транспорте надо немедленно прекратить на какой-то период времени. Да, это непопулярная мера, но что делать? Политическая сторона в этом, безусловно, есть. Я думаю, что она доминирует. Принятие таких решений точно не будет способствовать популярности тех политических партий, которые их примут. Это точно понятно. С другой стороны, политики должны очень четко понимать, что власть – это не только полномочия, но власть – это и ответственность. Власть – это и обязанность. Это обратная сторона этой монеты. И ответственность не только перед их избирателями. Перед населением, они несут ответственность, на самом деле, перед населением, перед всем населением страны. И не только в текущем моменте, от их решений зависит и будущее жителей страны. Да, в результате они могут потерять популярность. Но они зачем-то стремились в власть. Они хотели власть. Они хотели принимать решения. Пусть принимают. Поскольку вы по роду своей деятельности консультируете в том числе нерезидентов, вот ваши наблюдения, что сейчас происходит с нерезидентами Латвии, ну, с обладателями вида на жительство, не знаю, они уже выехали в основном из страны или, наоборот, приехали, может быть, думая, что здесь можно спастись или укрыться, если так можно сказать, от пандемии, потому что еще весной и летом Латвия была одна из таких самых благополучных в этом смысле стран. Опять же, я не могу обобщать. Я да, могу из вашего личного клиента, опыта только, да. По нашему опыту, за вот этот период, когда границы как-то открылись с лета, те, кто мог себе позволить, я говорю в первую очередь про россиян, да. Те, кто мог себе позволить, переехали сюда на постоянное место жительства. Ну, имеется в виду те, кто позволит, судя по всему, это или те, у кого, там, не знаю, бизнес можно вести удаленно, да. Или кто уже, да. Как бы так, живет на накопление? Да, да, да. Те, кто живет на накопление, они, по-моему, все переехали. И те, кто не принимает ежедневное участие в операционном управлении,
Те тоже переехали. И мы с ними общаемся, они очень довольны. И чувствуют намного более комфортно, чем их знакомые в той же Москве. Почему? Я уверен, что российская статистика вообще недостоверна. Судя по, опять же, нашим клиентам, знакомым, там болеет огромное количество людей. Ну, даже там в нашем московском офисе, по-моему, половина адвокатов уже переболела. И цифры статистики, что заражаемость в России на уровне Германии, при населении Германии 80 миллионов, а России 140, и при совершенно другом уровне медицины, несоизмеримом, и совершенно другом уровне дисциплины. Ну, как вот эти цифры могут быть идентичны? Не верю ни секунды. А может быть, это уже не имеет значения? Ведь если так вот посмотреть, ведь мы можем допустить, что и, допустим, в Латвии статистика не совсем точно отражает ситуацию. Не потому, что здесь происходят какие-то манипуляции с цифрами, а просто вот если людям не нужна, не знаю, такая неотложная медицинская помощь, и они могут переболеть дома, скажем, условно говоря, в легкой форме, ладно, про бессимптомников я вообще не говорю, они уже и не едут в эти очереди стоять в палатке в эти тесты. Ну, я там знаю нескольких знакомых, которые переболели достаточно легко, и они сказали, мы чувствуем, понимаем, что, судя по симптомам, это COVID. Ну, а какой смысл? Ну, для чего? В научных целях? Ну, сделаем мы этот тест. Согласен. Многие, наверное, так и думают. При этом ответственные люди, например, у меня в коллективе здесь переболело 2 человека. Последний коллега вот совсем недавно, слава богу, там, закончил это. Тесты они делали, опять же, исходя из ответственности и ответственности перед своими коллегами, потому что они могли кого-то заразить. По поводу самой статистики, да, вы правильно совершенно говорите, принципиальная разница в том, что в Латвии, используя юридический термин, тоже могут косячить со статистикой, но это делается не специально, это не заказ. Да, конечно. Да, могут быть просто системные какие-то дефекты, или там еще какие-то причины. Но это точно не целеуказание со стороны правительства. Это правда. В России ситуация именно такая. Вспомним обнуление Путина, когда страна вся практически выздоровела, да, а потом вот как-то почему-то и не выздоровела. Весь этот бред с вакциной, первой в мире, массовыми прививками, а мы знаем, что они никакие не массовые, а там штучные, и так далее. Не-не, это разница в режимах, разница в демократии и диктатуре. Что касается вот этой программы вида на жительство, она переживала разные волны. Мы помним эту историю, когда это было активное приобретение видов на жительство, и действительно Латвия получала достаточно значительные средства за счет продажи, если так можно сказать, видов на жительство за инвестиции, прежде всего, в недвижимость. Потом начался тихий период. Что вообще сейчас происходит? Потому что есть разные отголоски. Одни пытаются продать недвижимость, даже не приезжая сюда, в Латвию. Другие думают, что нет, все-таки надо, наоборот, ее приобрести и попытаться еще получить, пока не отменили вид на жительство. Что сейчас происходит? Исходя, конечно, из вашего опыта, ваших клиентов. Происходит и то, и другое. Часть клиентов по разным причинам пытаются продать. Продать сейчас то, что они когда-то покупали за хоть сколько соизмеримые деньги, шанса нет вообще ни одного. Вообще, в лучшем случае можно получить процентов 50. Только? Только. Это причем неплохо. Это вообще неплохо. Это с одной стороны. С другой стороны, какой-то интерес к виду на жительство есть. И за этот год мы оформили, условно, наверное, 2-3 вида именно на основании инвестиций в недвижимость. Правда, для сравнения, в 2014 году мы в месяц оформляли 6-7 в месяц. Это показывает ситуацию. Существенная разница. Да, это там, 20-30 раз. И, соответственно, те деньги, которые получает экономика, можно, в общем, тоже понимать, сколь ничтожна сумма это стала. Как вы считаете, я понимаю, что это такой, может быть, вопрос политический, но тем не менее, как вам кажется, если бы, об облегчении уже сейчас речи не идет, но, по крайней мере, если бы эта процедура была бы более, простой, это бы побудило,
не знаю, состоятельных людей, наверное, мы говорим об этой категории людей, ну, россиян здесь приобретать какую-то недвижимость, инвестиции в бизнес делать, или сейчас не такая ситуация? Я не имею в виду только именно в пандемии, вообще. Сама процедура, она неплохая, не хорошая, она достаточно там забюрократизирована, ну, естественно. Да. Но при этом у нас есть опыт и понимание, как эти процедуры происходят в других странах, не только Евросоюза, но даже экзотических, там, карибских государствах. Она везде бюрократическая, она везде долгая, она везде тяжелая. Поэтому какое-то облегчение, ну, я не очень понимаю, во-первых, где его можно сделать, и, во-вторых, это точно не повлияет на результат. Вот я понимаю, что каждый случай, конечно, индивидуален, но обычно чем, что движет людьми, которые говорят, что да, я хочу вот переселиться, ну, из Москвы, из такого мегаполиса, не знаю, в Латвию? Это что? Это какая-то... Это связано, не знаю, с недовольством ситуации, которая происходит в России, просто какая-то там, не знаю, ностальгия или родственники здесь когда-либо жили. Это в основном, наверное, люди 50+, да, я так понимаю, или 45+. Опять же, по нашим клиентам, это от 30 до там, 70. Да. Разброс большой. Из... Да. Простите? Разброс большой в возрасте, да. Да, да, да. Мотивы у всех примерно одни и те же. При этом должен подчеркнуть, что большинство из них в текущем режиме не планируют и не планировали переезжать в Латвию, ну, даже в прошлые годы. Раньше был набор стимулов, ну, наверное, из двух вещей. Это возможность в случае чего уехать из страны, из России. Ну, то есть это запасной аэродром. И второй мотив, менее важный, это возможность свободного перемещения по странам Евросоюза. На сегодня появился третий момент, это там, мы обсуждаем с рядом потенциальных клиентов. Это возможность пересидеть вот эти все беды в более спокойной и безопасной обстановке. Даже несмотря на то, что ну, рост заболеваемости идет тоже в Латвии довольно стремительно. Ну, он начался вот такой вот прям совсем нехороший не так давно. Это пока никак не сказалось на настроениях клиентов, особенно тех, кто понимает, что такое Латвия. Если человек в состоянии себе позволить купить дом, допустим, в Юрмале, то и какие риски вообще даже теоретически существуют. Я знаю нескольких клиентов наших, кто вот так живет. У них вся доставка дистанционная, всех продуктов и всего остального. Они находятся на территории своего двора личного и гуляют по территории, да, по Юрмале. Риск вообще ровно равен нулю. Вот просто равен нулю. То есть, в принципе, можно сказать, что в этом плане Латвия и там, не знаю, отдельные города, близкие к Риге, достаточно безопасны и комфортны для проживания. Ну, в понимании россиян, ваших клиентов. Да, конечно, конечно. Да и в Риге многие живут в тихом центре, но какой риск? Пользование лестницами и лифтами, одень маску. Что они и делают? И после этого даже там какой-нибудь парк Кронвальда, он совершенно по московским меркам пустынный. Это правда, да. Интересно, вот в подтверждении Васишевского пустынный, я вспомнил, мы помним, какой был ажиотаж, когда правительство решило тоже из того, что мы говорили в самом начале, ограничить почему-то по выходным продажу алкоголя и сигарет в магазинах. То есть человек вошел в магазин, все купил, но почему-то, не знаю, пиво или там крепкие напитки купить не может. Был ажиотаж, опять-таки, накануне этого решения. Теперь, когда сказали, что вот все-таки алкоголь можно купить, я там заходил вчера в магазин, вот этот отдел алкоголя, он пуст. То есть, то ли люди уже закупились впрок, то ли они считают, что еще есть несколько дней до праздников, они успеют это купить. Ну, наверное, это тоже хотя бы хорошо, что исправили эту ошибку или просто решили, что 3 недели людей оставить без спиртного, это уже политически опасно. Я думаю, что это действительно была ошибка, и с политикой здесь связи никакой нет. Человек, который вдруг там не имеет сигареты, в супермаркетах они продаются в отдельном месте. Если человек приходит только за сигаретами, но точно вот дополнительного риска не возникает.
Если человек покупает продукт и хочет купить, там, не знаю, пару бутылок пива, эти отделы обычно пустые, ну, потому что нет, слава богу, в Латвии дефицита с алкоголем никаким. Никаким, ну, да. Человек там купил, там, не знаю, рыбу, мясо, колбасу, купил две бутылки пива. На... В чем увеличение риска? Риск может быть только на кассах. Вот пусть в кассах будет там достаточное количество людей. Ну, собственно, и все. Не, это просто люди, опять же, не думали. То, о чем мы с вами говорили в начале. Кто-то должен всерьез заниматься разработкой меры, исходя из, опять же, анализа того, что делалось. И того, что происходит в других странах. Нет такого ощущения, возвращаясь вот фактически к началу нашего разговора, что вот этот комендантский час или вот этот локдаун, что мы в какой-то момент, ну, мы, условно говоря, власти, в какой-то момент упустили вот ситуацию, и сейчас она вышла полностью из-под контроля, и, возможно, уже и комендантский час не поможет, потому что мы знаем этот кумулятивный эффект, не знаю, один может заразить там 5, 6, 7 человек, те заражают и следующих, бессимптомные тоже, по крайней мере, в первые два дня заболевания достаточно заразны, как нам показывают, как говорят ученые, и мы уже вот эту цепочку прервать будет крайне сложно до появления действительно вот этого эффективного процесса вакцинации. Да, конечно, мы об этом говорили. Меры надо было принимать раньше намного более жесткие. Но я не думаю, что ничего не делание сейчас – это вообще сценарий. Если все оставить как есть, это будет ужас-ужас. Как там, в старом грустном анекдоте. Да. Будет реально ужас-ужас. Почему я говорю про комендантский час, про запрет без нужды перемещений по территории страны, про военные патрули – ну, хорошо, без автоматов, хотя, конечно, лучше бы с автоматами. То есть вы тоже не считаете, заряжен, что заряжен, это да. Такой моральный аспект, да? Да, 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 да. И надо как-то работать с сознанием работодателей, потому что понятно, что основные места заражения – это в том числе рабочие. Именно. И что касается школ, вообще, в моем понимании, надо всерьез подумать о их режиме работы. Может быть, стоит вообще не открывать школы до конца января. При этом именно сделать каникулы, чтобы не мучить и детей, и родителей, и преподавателей. Пусть они отдохнут. Пусть будут каникулы. Да, программа сместится, но ситуация чрезвычайная. И бог с ним, с этой программой. Переживем. Угу. Вот я понимаю, что вы юрист, не, допустим, не специалист по пиару, но вот просто у вас ощущение, как у жителей этой страны, нет ли необходимости правительству запустить, ну, я не знаю, я тоже не очень большой сторонник агитации и пропаганды, но ситуация, как мы все заметили, действительно неординарная, чрезвычайная, может быть, действительно нужно, не знаю, вкладывать в том числе деньги в какую-то информационную кампанию, потому что, ну, впереди вакцинация, да, понятно, что это будет только пока определенные группы населения, да, но мы же видим, что вот эта вот волна фейков захлестнула в том числе и Латвию. Там тоже кричат кто-то о чипировании, о вреде вакцин. И, в общем, не буду перечислять все эти фейки и ужасы, да, вот, ну, вот на ваш взгляд. Хороший вопрос. Но надо отметить, что абсолютно такие же вещи, события происходят во всех странах, по крайней мере, по той информации, которая мне доступна. А те люди, которые хотят услышать, они и так слышат. Те, кто не хочет слышать, они не услышат. Мне думается, что нужно просто принимать адекватные, своевременные, упреждающие действия, тратить деньги на то, чтобы достучаться до, извините, дебилов. Мне кажется, это вот пустая трата ресурсов вообще. Кто не хочет слышать, он не услышит, даже если об этом будут говорить 5 раз в день. И все равно скажут, что COVID – это все выдумка и заговор мирового империализма. Да, да, да. И сионист. Да, абсолютно. А, да. Может быть, такой последний вопрос, не знаю, он такого, наверное, больше, может быть, и философского смысла, может быть, практического. На ваш взгляд, как изменится наша жизнь, ну, вот, после пандемии? Может быть, вы как юрист, не знаю, перейдете, ну, почти в виртуальный режим и скажете, ну, уважаемый клиент, я рад, конечно, с вами увидеться, но прежде всего документы, вот посылайте документы, я с вами поговорю по телефону, зачем вам приезжать. То есть не будет такой ситуации, что мы вообще вот эти социальные контакты будем по инерции вообще уменьшать до минимума? Я согласен. Мы, я думаю,
проснемся, когда вот эта вся беда окончательно закончится, если она закончится, конечно, в другой реальности. Многие сейчас и там, из наших коллег, и из других бизнесов, и из наших клиентов, они философски смотрят, благо появилось объективно намного больше времени, философски смотрят на будущее и размышляют об этом. И часть бизнесов, конечно, сейчас мы это понимаем, очень эффективно можно вести удаленно. При этом мне лично вот эти ограничения, если честно, вообще нравятся. Я трачу намного меньше времени на встречи с клиентами. Если встреча очная, это минимум час, это чай, кофе, поболтаем, покурим. Эффективность про погоду, минимально. Когда общение идет через Skype или через Zoom, это в чистом виде деловое общение. И вместо часа я трачу там 15-20 минут, плюс еще экономия на дорогу даже в Риге, до офиса и обратно. И многие находятся в такой же ситуации. Но для части бизнесов это будет, конечно, летально. Ну, например, для той же туриндустрии, для девелоперов, которые инвестировали и инвестируют в офисные здания. Конечно, я знаю много случаев, когда компании, которые не могут полностью отказаться от живого присутствия, но, тем не менее, часть больше они переводят на удаленный формат работы. Встречи в офисе происходят, там, условно, 1-2 раза в неделю. И в Риге, вот я знаю про одну компанию, которая арендовала 2000 метров. Сейчас они съехали, им достаточно 500. Ну, и как это отразится на многих других бизнесах? Ну, будут большие изменения, конечно. Вот последний, может быть, такой вопрос. А вы вообще чувствуете, что все-таки Латвия, часть Европейского Союза, и это может как-то, поддержать и Латвию на плаву тоже? Я почему спрашиваю, поскольку многие страны, прежде всего Италия, которая еще весной столкнулась с этой бедой, и там действительно такое ощущение в южной части, что был какой-то апокалипсис, и они жаловались на то, что вроде бы мы в Европейском Союзе, но как случилась беда, все как-то так по своим квартиркам там разбежались и сказали, ребята, мы, конечно, с вами, но дальше вы уже сами выживаете, как можете. Мне думается, здесь есть несколько аспектов. Что касается медицинской стороны, как другая страна просто физически может помочь, в Германию возили, я знаю, какое-то количество. Из Бельгии, да. Из Италии. Да. Да, и из Бельгии. Но это нельзя сделать в массовом порядке вообще. Страны, народ стран расплачивается за действия или бездействие тех правительств, которые они выбирали на протяжении последних поколений. Uh-huh. Так во всем мире и в Евросоюзе в том числе. Для Латвии же членство в Евросоюзе вообще является счастьем и спасением и с точки зрения финансовой, и с точки зрения методологической. Я общаюсь с одной дамой, которая россиянка, которая уже несколько лет живет в Черногории, вроде бы тоже европейская страна. Вы не представляете, какой ужас там происходит. Это просто катастрофа. Люди реально вообще не имеют денег, прям в прямом смысле слова, на хлеб с водой. Не член Евросоюза, бизнесы закрыты, помощи нет вообще. А у них еще для смеха, не являясь членом еврозоны, национальной валютой является евро, который они раньше получали от туризма. И кроме туристической отрасли там нет вообще ничего. И все, да, экономика захлопнулась. Да. Поэтому для Латвии огромное счастье то, что она вступила в Евросоюз и является его членом. И плюс, я думаю, это очень хорошо, опять же, с точки зрения принимаемых решений, наши власти понимают, что Брюссель за ними смотрит. Подконтрольно и поднадзорно. Да. Вот это тоже очень хорошо. Ну что ж, буквально 29 числа, получается меньше, чем уже за 10 дней, мы увидим, действительно ли правительство пойдет на комендантский час. Мы знаем, что господин Каринч, премьер-министр, 19 числа, с пятницы, когда эти ограничения по существу, часть были введены, очередные, он сказал, что 10 дней я даю латвийскому обществу, если ситуация не улучшится эпидемиологическая, то, видимо, придется вводить локдаун. Посмотрим,
Спасибо большое, Михаил Павинов. У нас был на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо.